Этот год был насыщенный спортивными соревнованиями. В Екатеринбурге на первенстве России я завоевала серебряную медаль по дзюдо. Потом, через несколько недель, я поехала на первенство России по самбо, и там завоевала золото. После этого в России я отправилась на первенство мира в Сеул, и там завоевала бронзовую медаль. Это было очень приятно. Хотелось бы поздравить жителей и гостей города Анапы и Анапского района с наступающим Новым годом, пожелать им в Новом году всего самого наилучшего, чтобы все их мечты и пожелания обязательно сбылись.